Снимай. Шлан фигня. Ага. Все. Это хуйня за это. Пойдем на улицу, пойдем. Когда все, ты уже снимаешь. Ну, я снимаю нахуй. А где запал? Ты поставь на это. Ты снимаешь, нет? Я снимаю нахуй. Точно, все, подожди, запись идет? Да. 12 секунд уже. А мы что, всего идем... 90 секунд? Да нет, 12 секунд. Всего 12 секунд? Эта фраза эпическая будет в этом видео. Давай, вот это поможет мне забрать, да? Конечно. Федюк, замотаем. Как зовут? Мы идем сегодня рыбачить. Находимся на все на том же месте. Сейчас у нас будет эксперимент. Эксперимент. Охуенно, да. Охуенный эксперимент. Давай. Опа. А ну-ка. Пацаны, Челябинска. Он кропочка. У нас градус хуярит. Хуярит мины, но мы решили ловить рыбу вот так вот. Слышно? Все те же, все люди, все те же на манеже, все те же. Стоим уже третью неделю. Вот, все сравняли там с землей, с того, где мы вот раньше жили, на том домике. Все уже... Вот, это дом сегодня и разрубашили нас. Он у нас стоит, коробочка. Видно ее, не? Да, видно. Коробочка наша. А ну-ка. Теперь держи меня. А ну-ка, погоди, когда я сооружение это все. Смотри, давай. Моя подарочная граната, которую мне дарили на 5 января. Скручиваем запал. Запал у ЗРГМ 1.5. Да там до пизды, блин, там от 24 секунд. Все, ебашь, нехуй делать. Да хули ты воду снимаешь, видишь, мать. Смотри, сейчас как ебанет, нахуй. Ебанет. Не пойдет ты запал туда, это нет ему. Не, он пойдет просто вот на то. О, блядь, нихуя себе, вы, наверное, запал бы, наверное, сначала прикрутили. А что ты отыгнешь там скотч? Не, давай, срывай скотч. Да. Либо вот так вот просто сними. Че, последняя изолента, больше нету нахуй. Да там желтый была. Ладно, хуй. А, желтый там. Для меня тебе пацаны настолько сурово, что держат завал. На, сначала вон замотать. Вон она, рыба маленькая такая. Да. Не, сначала где? Запал был. Да, да, да. Не вижу. Боги надо. Рыба. Ага, на камере ее не будет видно. Да, ой, там он малек маленький. Тут тебя не красное, это само море. Шеры бы видно было. Ебать. Все, мы кручим, продолжаем. Эпика, опа. РГД 42, да? Да, да, это РГД 42. РГ. Только ложись то я. А что у тебя с антенной, доктор? У меня антенна, она проебалась. Так а как ты будешь слушать Орду? А? Как ты Орду слушаешь? Орду я не слышу даже с антенной. Все, замотал? Да. Сейчас, подожди, еще раз сделаю. Так надо к нему идти? Не надо никуда идти. Она сейчас подрыбала. Я так их кидал и рыбачил. Он ебашит больше, чем да. Я люблю. Да, да. Ты что, ебать? Это эксклюзив, ебать, флот, нахуй. Если рыбу не поймаем, раз. А чья утка, блин? Куда хуярить примерно? Не подожди, блин, его намотать надо. Че, больше нету? Давай намотаем нормально. Давай еще. Погоди. Через запал надо. Зажми. Да. Вот тут взрыв будет, наверное, 50, да? Не, надо было вообще 120-ку примотать. Или противотанковую. Да он накатал, блядь, да? Не, вот, братан, сними, видишь, тележка стоит? Вот там же лежат противотанковые мины, целая тележка лежит. Тележку, думаю, видно. Все. Кто постарается, выйдет. Рыбачат, пацаны с Луганска любят басы. Пацаны с Луганска любят драться. Ой, ладно, хорош нахуй, слышь, кулаками нас. Слышь, здесь Аханда, откуда? С Азербайджана. Азербайджан. Челябинск. Пермь, ебать, в рот. Белгород. Белгород. Да. Да все хорошо. Местные собрались, ну, короче. Да. Все местные, блядь. Все местные. Ну все. Все, снимаем. Все, давайте камеру. Знаете что, я как смелый оператор. Мне вообще похуй всем. Я правша. Отогнули усики, да? Все давайте как? Сюда поднимайте сюда. Да, давай оттуда ебанем. До. Кидай сюда вот. Я сюда и кину, пойдем поднимем, все просто на лада, блядь. Безопасная дистанция. Итак, РГД 42 и 2 ВОГа 25. И все нормально, да? Кидаем. Есть! Контакт! Ой, нихуя, с глина послала, понял? Рыба не мая, да? Сейчас а будет. Не, будет, будет. По-любому будет. Я тебя заглохну, блин. А ВОГа сработал? Да, сработал. Что вы скажете по этому поводу? Ну так пацаны с Челябинска на войне ловят рыбу, передавая его 1000 метров до укропов. Но если это не сработало, то мы привяжем твой противотанковый минус. Опа, белорус вышел. Это белорусский сепаратист.
Вы, блядь, психи, да, хоть что я могу сказать. Это разборка питерская. Да, тихо. Сейчас рыба. Где рыба? Не, ну я вижу только пятно нефти. Местная нефть цена. Не, вчера, когда вот мины ебашили, там я из того перерыва. Не, да подожди. Когда ебашили артиллерию Кроповская. Во, видал, всплыла, что? Акула нахуй. Акула бизнеса нахуй. А чем мы ее доставать будем, ау? А чем доставать? Ну сейчас это, снимем разгрузки, поплывем. Поплывем? По-любому. Разгрузки снимем. О, что это? Мы сейчас будем, мы сейчас это было только пробное. РГД-42 и 2 Вога. Сейчас мы спиздим. 80-й кинем, блядь. Да, либо 80-ку, либо противотанковую мину возьмем. И тут будет такой, ого, по Челябинске. Во, смотрите, ребята, во. Во, контуженная посылала. Но это нам не интересно. Это нам, да, не надо. Пиво нет. Ого. Здрасте. Глядок, сколько его. Всё, у нас нет. Слышь, мать, давай с Вогов ебем один раз. Да Вог он не затянивает. Отсюда? Да. Одни гранаты кидают. Да не, отсюда не понял. Это маленько, а у тебя сколько гранат? Сюда загоняем и взорвем. Нету гранат? Да, если туда кинуть, то она идет. Белорусский сепаратист. Что там, снимается? Да, да, да. Не, нам надо, значит, куда кидать, поближе ко льду. И там будет рыба, потому что, когда ебашили укропы, а рыба постулала, мы собирали ее белую. Просто сейчас это. А так посмотри сюда, слышишь? А, гля, сколько я постулал. Бля. О, ну это так, а вон туда посмотри. Да, не, послала надо. Там он целый путь. Да? Целый путь млечный. Ближе к льду надо, братан. Либо делать лунку и туда. Да гля, сколько ее вон там посплывало. Там. Че, давай ставь на паузу, сейчас и это противотанковую путь приготовим. Млечный путь. А, вон она большой, блядь. Ебать его сразу, блядь. Вон она. О, да, в натуре. А ну да. Да, большая рыба сплыла. А это надо. Ебать, не достаю. А ну держи мне сзади. Давай. По берегу. Держи. Оп. Я держу тебя. Во! А вы там что-то. Уходит. Это акула. Во, акула, ну теперь нормально. Сколько там? 5 сантиметров? Большая. Не больше, братан. Погоди. Она еще контуженная пытается плыть. Нравится? Ебаш хуярия. О. Осторожней. Не, прикинь, а если не сработало, братан, я вам серьезно. Бог, да, не сработал, мне кажется. Это. А прикинь, мы противотанковую сейчас прицепим, нахуй. Тут такого будет лга, нахуй. Водит, я тебе говорю. Она с один хуярит. Вот она. Вот она, рыба моей мечты. Ребята, ясь. А там это было, да, как ему там? Ясь. Ясь. Ты достань ее сейчас, это как в видосе. Ясь. Карась. Перчатки сними, промочишь перчатки. Ясь. Малик, а ты говорил, нету большой. Вот она. Вот он, вот она рыба моей мечты, скажи, вот она, скажи. Да. Это ты? Куда? Куда ты собрался стрелять, братан? Да тут глубина небольшой. Но. Не, мы сейчас, братан, не стреляй с Вога. Сейчас мину туда ебанем. Рыбу в руке, главное, держит. По челябинским минам. Рыба моей мечты. А нет, сюда надо это. Ставь пока на паузу, братан. Ребята, я. Вот сюда же не на камеру вот. Погоди, стоп, с паузы сняли. А где ты? А где ты сетку взял, Архан? Грады, пошли, все. Да это не по нам, наверное, не по нам. Где ты сетку взял? Откуда?